Зима не за горами. Первые снежинки, как напоминание об этом и об автомобильном коллапсе 2010 года. Автолюбители начали переобувать свои машины. Жаркая пора в подготовке к снегопадам началась и у дорожников. Сегодня руководитель исполкома Фархад Латыпов проверил состояние снегоуборочной техники предприятия автомобильных дорог. Их было 108, потом 112, сейчас 135 единиц. Техника почти готова выйти на заснеженные улицы. Дорожники считают, что этого количества должно хватить. Последнее приобретение – 4 мини-трактора купили в феврале. Вы успели применять их? Ну, как они показались? Правильно вы заметили. Если не запускать сильно много снега, то есть, скажем, в ежедневном режиме убирать, то они очень хорошо подметают и по тротуарам успевают. Нет, не вредит ничего? Нет, резиновая часть снизу не царапает брусчатку, не коробит. Выбраны 4 места снегохранилищ. На пересечении Сармановского тракта с первой автодорогой, участок за проспектом Яшлек, пустыри напротив здания Горсвета и в районе поселка Суар. Предприятие автомобильных дорог закупило 300 тонн реагента для соляного раствора. Если снега будет столько же, сколько и в прошлом году, его хватит до Нового года, рассчитывают дорожники. Если осадков будет особенно много, соль довезут дополнительно из Башкирии. А вот чего не хватает, так это рабочих рук водителей тракторов, грейдеристов и бульдозеристов 6-го разряда. В городе отсутствуют учебные заведения, которые бы их готовили, как раньше бывало в 80-е годы. И мы на сегодняшний день вынуждены механизаторов собирать с районов по окончании уборки. Проехали по 9 районам, нашли 38 человек и поселили в общежитии. Но скоро предприятие перейдет на круглосуточный режим работы. Тогда нужно будет больше людей. Механизатора, грейдериста по 6-му разряду, бульдозериста зарабатывали до 30 тысяч, а то и больше. Водители, которые снег вывозим, на шнекораторах, которые колесные были, у них 25 где-то средним. Это средняя зарплата. Работники, которые уже много лет борются с последствиями снегопадов, уверены, что справятся и в этом году. Это не понятно, это только шофера понимают, как мы готовимся. Простые люди это не поймут. Мы готовы уже к зиме-то. Все нормально, все крутится, все вертится. Руководитель исполкома подготовку к зиме оценил на твердую четверку. По его словам, городу еще не хватает одного мощного грейдера, который будет справляться с колеями на дорогах. Понятно, что где-то коллапс, не коллапс, какие-то серьезные, день жестянщик, он все равно появится и приблизится. Потому что такого количества техники, автомобилей, которые у нас в городе сегодня, его не избежать, скажем так. Но будем максимально готовы к этой ситуации. Реагенты есть, техника есть, люди есть. По словам Фархада Латыпова, ответственные службы усвоили урок аномальных снегопадов прошлых лет. И в экстренном случае город максимально мобилизуется за 2-3 дня. Анна Кондратова, Михаил Матвеев, РНТВ, Набережные Челны.